Для того, чтобы установить шрифты, нам необходимо их скачать. Скачиваем их из интернета. Можно скачать сразу несколько шрифтов, можно один конкретный, который вам нужен. Итак, я их уже скачал, вот они у меня в архиве находятся. 1400 шрифтов. Так, открываем архив. Вот это открываем. И распаковываем. Так, затем заходим в меню «Пуск», панель управления. Стоят мелкие значки. Так, выбираем шрифты. Открываем ее и смотрим. Вот все наши шрифты, которые есть в нашем Windows. Все установленные программы с текстовыми редакторами используют именно эти шрифты. То есть это и Word, и текстовые документы, и Photoshop. Любые программы используют эти шрифты. Собственно, сюда мы и будем закидывать наши скачки. Итак, открываем нашу папку, выбираем конкретный шрифт или же выделяем все. И перетаскиваем папку шрифты в панели инструментов. Шрифты должны установиться. Все наши новые шрифты и старые с такими вот ярлычками, где собственно и видно, какие буквы в этих шрифтах у нас получатся. Проверяем наши новые шрифты в Photoshop. Выделяем надпись, выбираем шрифт. Как видите, список стал значительно больше, да? Вот, любой шрифт выбираем, смотрим.